Трое против одного. Павел. Да, правила игры, я так понимаю, что, в общем, заключается в том, что я задаю вопрос, а вы его отгадываете, да? Да! Угу. Ну вот, в общем, я болельщик Арсенала с многолетним стажем. Так позовите Громова. Вот, суть в следующем. Суть в том, что в 30-е годы великий тренер Арсенала Гарри Чепман изобрел знаменитую тактику W, 2-3-5. И эта тактика принесла Арсеналу много чемпионов в те годы, а потом эту тактику взяли на вооружение ведущие команды всего мира. А вопрос заключается в следующем. А какая команда и на каком турнире, в данном случае, не буду ничего подсказывать. В общем, какая команда и на каком турнире отказалась от этой тактики с вот этими большими фланговыми проходами, какими-то вот фланговыми игроками, отказалась и какие дивиденды это этой команде принесло? Вот. Ну, то есть вы должны назвать команду, желательно чемпионат, где это все происходило, и что вы знаете с этой командой произошло. Вот. Все ясно. Вопрос принят, Павел. У нас есть минутка. Давайте рассуждать. Дубль В, 2-3-5. Известная тактика. Да, если это крупный турнир, скорее всего, это чемпионат мира. Правильно? Да. Ольга, согласна? Да. И что мы еще знаем о чемпионатах мира и тактиках? Есть тактика бразильская 4-2-4. Английская 4-4-2. И тотальный футбол голландская 4-3-3. Что из этого появилось раньше и пришло на смену тактики W? 4-4-2. Нет, 4-4-2 самая последняя тактика. Вот она только недавно была, в 90-е, 80-е, 4-4-2. А W это 30-е годы. Хорошо. Там же, насколько я помню, Павел еще спросил, и какую выгоду это принесло. Ну, и они выиграли чемпионат мира впервые, применив либо 4-2-4, я думаю, Бразилия, либо Голландия 4-3-3. Может быть, сборная СССР, 1960 год. Так, и какая тактика? Бей-беги! Да, вот я только сейчас хотела сказать. Все выбегают. Вообще все. Отказались от фланговых проходов. Ну, потому что никто не мог быстро... Да нет, что хоть мы... У нас команда была, не команда, Пеле, а конфетка. Пеле, Бразилия, Пеле. 50-е годы началось. 4-2-4. Все, 4-2-4. Или Англия. Англия, когда хоть они выигрывали. 60-е-то вот это вот. We are the champions, my friend. We are the champions. Осторожнее, нам больше 10 секунд нельзя проигрывать по музыкальные отрывки в эфире. Иначе Рау придут и начнут требовать деньги. Ну что, Бразилия, СССР, Англия и Голландия. У нас 4 варианта и 4 тактики. 4-2-4, 4-4-2, 4-3-3 и советская. Тактика советская кружева. Назовем ее так. Ну что, Михаил? Ну что, что, что? Я за Бразилию. Ольга. Я опять решаю, да? Нет, выберите одну страну. Я тогда буду за Советский Союз. А я за Англию. Давайте на камень, ножницы, бумага сбросимся. Кто победит, такой правильный ответ. Класс. Давайте. Мне кажется, у нас в футбольном союзе так решают дела. Да, какой лимит? Давай, ты за какой? Я за это. Итак, камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я победил всех. Я победил. У Александра были ножницы, у нас бумага. Павел. Да. Мы считаем, что этот турнир, этот чемпионат мира, тактика 4-4-2 и сборная Англии, которая этот чемпионат выиграла, 66-й. Ну, в общем, вы правильно сказали. На самом деле, у вас на Sport.fm есть в отбивке, в свое время было из истории спорта, и там было про эту сборную Англии в 66-м году, и назвали ее «Бескрылое чудо». То есть они полностью отказались от флангов в силу концентрации всей в центре поля. Вот. Ну, вообще-то вы вроде вы за Бразилию были, поэтому странно, что в результате вашего выигрыша победила Англия. Хорошо. В общем, вы выиграли. Павел, все по чесноку. Мы на камень, ножницы, бумага сбросились. Поздравляем меня. Поздравляем.
Александр, мы вас поздравляем. Нет, Павел, спасибо вам за участие, за игру. Успешно завершить командировку. Привет всему Саратову. Ну что ж, но сегодня все-таки не в сухую мы эту неделю проиграли, а со счетом 2-1. Вот так.